Всем огромный-огромный привет! Сегодня у нас раннее утро субботы, а это значит субботний завтрак. И сегодня я хочу приготовить самые простые, самые вкусные бутерброды. Да-да, не удивляйтесь, опять бутерброды. Ну что может скрасить субботнее утро? Конечно же, вкусный бутерброд. Что нам понадобится для этих бутербродов? Я буду готовить бутерброды на багете. У меня вот такой багет. Понадобится 2 яйца, ложка буквально молока, соль, помидорка, немного сыра. Я еще взяла для этого бутерброда красный салатный лук. Очень его люблю и думаю, он подойдет. И немножко зелени. Что буду сейчас делать? У меня уже закипает чайник. Бутерброды готовятся тоже очень быстро. Сейчас я разобью... Вначале яйца в тарелку. Вот так. Такие вот красивые крупные у меня желтки. Кто хочет яичницу на моем канале, ставьте пальчики вверх, и мы с вами приготовим вкусную яичницу. Немножко солю. И наливаю буквально ложку молока. Ну, такую одну, наверное, столовую. Совсем чуть-чуть, чтобы размягчить наш багет. Дальше сюда в яйца нарезаю зелень. У меня в данном случае это зелень укропа. Но также сюда очень хорошо подойдет и петрушка, и кинза. Вот так. И все это хорошо-хорошо перемешиваем. У нас как бы получается такой зеленый омлет. На сковородку наливаю совсем немножко растительного масла. И пускай она у меня разогревается. Помидор нарезаю тонкими-тонкими колечками. Лучше для этого взять такой острый нож. И вот так кружочками. Нарезаю помидор. Вот так. Багет нарезаю вот на такие порциональные кусочки, чтобы было очень и очень удобно жарить и кушать. Обмакиваю в яйце и выкладываю все на сковородку. Выкладываю багет на сковородку обжариваться. Обжариваю с двух сторон. Вот такая красота у меня получается. Тем временем я уже приготовила решетку аэрогриля. Положила ее в чашу от мультиварки. Будем запекать еще бутербродики в аэрогриле. Это буквально 5 минут, но также их можно запечь еще в духовке или даже в простой микроволновке. Это не столь важно, что у вас нет аэрогриля. Мне просто так удобней и намного быстрее. Обжариваю багет вот до такой золотистой корочки с двух сторон. Багет я обжарила. Овощи у меня все нарезаны. Теперь я выкладываю на багет вот так помидорку. По одной штучке на каждый хлебушек. И немного лука. Будет очень-очень вкусно. Совсем чуть-чуть лука. И сверху сыр. И отправляю на решетку аэрогриля. Вот так. Также делаю и оставшиеся бутерброды. Тоже накрываю все сыром и тоже отправляю на решетку гриля. Бутерброды я все уложила. Теперь закрываю крышкой аэрогриля. И выставляю где-то минут на 10.
вот так, на 200 градусов. Как только сыр чуть-чуть зарумянился, то бутерброды готовы. Выкладываю их на тарелку и наливаю вкусный чай. Ну и вот такие классные бутерброды у меня получились на завтрак. Делаются очень просто, быстро и легко. Не обязательно запекать их в аэрогриле. Можно запечь в духовке или просто в микроволновке для того, чтобы растаял сыр. Спасибо всем, что смотрели мое видео, что подписываетесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты и другие видео. И ждем вас в наших группах ВКонтакте. Мы вам будем очень и очень рады. Желаю всем хорошо провести эти выходные дни. И до свидания. Пока. Попробуйте сделать такие вкусные бутерброды. А я пошла пить чай.